Значит, собственно, сегодня я хотел вас познакомить с теорией вероятностей и сделать это просто на нескольких совершенно конкретных примерах, ну, взятых, если не из жизни, то где-то рядом. Ну, на самом деле, практически все они либо из жизни, либо из телевизора. Но вот первый пример, он из телевизора, который, правда, я не смотрю, но говорят, там есть такая передача, которая называется «Монти Холл» или что-то в этом духе. И есть такой парадокс Монти Холла. И вот я сейчас его расскажу и объясню. Игра устроена так. Человек приходит к трем дверям, за одной из которых приз его ждет. Где-то приз. Елочка к Новому году, да? А здесь и здесь помойка, урна с помойкой просто. Вот. А кто знает этот? Это правда по телевизору, да, бывает? Нет, это передача 70-х годов в США там была. На что спорим, он называется. Но ведущий был Монтихол, поэтому оттуда... А, понятно. Ага, спасибо, спасибо. Мне потому что ее принесли тысячу раз. Каждый раз объясняю, что она откуда-то из какого-то места. В общем, это какой-то знаменитый явно сюжет. И... Что дальше происходит? Вот ведущий, да, он не знает, где прячется для него елочка, а где остальные две двери, где помойка ждет его. Ой, ведущий знает, а не знает, ну, играющий, да, не знает. И вот он дальше должен вот приблизиться к некоторой двери и сказать, вот я предварительно, я выбираю эту дверь, говорит он ведущему предварительно, но не открывает ее. А ведущий говорит, хорошо, а теперь смотри. И распахивает ту дверь, где помойка. Понятно, что он всегда имеет такую возможность, потому что помойка за двумя дверями. И даже если отгадывающий взялся за дверь, где тоже помойка, все равно осталась где-то одна помойка, и он ее показывает. Если же ведущий взялся за елочку, ну, он открывает любую из дверей, какую-то по своему желанию, и тоже показывает помойку. И вопрос. Что надо делать угадывающему после этого? Менять дверь на оставшуюся или не менять? Ну, понятно, что вот к этой двери он уже подходить не будет, она открыта. Менять или не менять? Какая стратегия принесет больше выигрыш? Поменять. Ну вот давайте это установим. Это правда. Дверь нужно поменять. Значит, давайте это установим. Значит, какая нам здесь пригодится модель? То есть вот что здесь... Как бы, что здесь есть теоретика вероятностной модели? Что здесь теория вероятности? Теория вероятности в том, какую из дверей он вначале взял. И это произошло с равными шансами, будем считать. В теории вероятности, когда в какой-то жизненной ситуации применяют теорию вероятностей, то в каком-то месте происходит постулирование чего-то. Ну вот, например, в данном случае говорится, что шансы выбора той или иной двери одинаковые и равны по 1/3. Вот надо на самом деле понимать, что уже здесь, ну, как бы некоторое соглашение между нами, что мы все в это верим, что действительно шансы одинаковые. И дальнейшая наука будет основана именно на этом предположении. Если почему-то кто-то предполагает какую-то мистическую связь между этими дверьми и человеком, или что он экстрасенс и сразу видит, где елка, да, то это все перечеркнет, вот вообще все, то есть все, что будет дальше, связано с предположением о том, что этот выбор происходит равновероятным. Тогда, значит, давайте посмотрим, что дальше будет происходить. Что дальше будет происходить при стратегии менять. Стратегия менять дверь. К чему она приведет? Вот дальше вот я смотрю. Я не знаю, где я нахожусь, но в случае, если я взялся за одну из дверей, где была помойка, вот в этих двух случаях мне покажут вторую дверь с помойкой. Согласны? А значит, сменив дверь, я получу елку. Потому что
Я взялся за некоторую дверь, и если предположить, что я взялся за дверь с помойкой, то ведущий мне покажет еще одну, вторую дверь с помойкой, и останется только одна дверь, за которую ни я не взялся, ни ведущий ее не открывал. И за ней, в силу вот всей этой конструкции, обязательно находится елка. Поэтому две трети, что я получу елку, и лишь одна треть, что я получу помойку, потому что если я исходно взялся за дверь с елкой, то стратегия менять дверь приведет к помойке. И получается, что в двух третях я получаю елку, а в одной трети помойку. То есть шансы 2:1, что я выиграю. Если вы распишете стратегию остаться у той двери, за которую ты взялся, то шансы будут наоборот 1:2, потому что исходно просто с вероятностью, ну, с исходной вероятностью 2/3 ты взялся за дверь с помойкой. Значит, ну, там и будет помойка с вероятностью 2/3. То есть наоборот будет 2:1. Вот. Так что вот он весь как бы мантихол, и я не очень понимаю, почему... Если честно, я не понимаю, почему он вызывает споры. То есть здесь кажется все совершенно очевидным. Но вот, может быть, кто-то прокомментирует, почему это вот так много в интернете споров вызывает. Да. Там споры были изначально, почему? Потому что считается, что якобы у тебя остается всего две двери, за которыми точно есть приз, а за другим нет. И с вероятностью, то есть поменяешь ты или не поменяешь, это будет 50% на 50%. И ведь изначально, ведь почему получился вообще этот парадокс? Там в 89-м году была женщина, которая получила максимальный там IQ 200 с чем-то балл. И Мерлин ее звали. Ей начали прислать письма, там она начала участвовать в журнале, спросил Мерлин. И ей прислали одну запись передачи. Спросили, надо менять или нет. Она сказала, конечно, надо менять. И один из математиков, к сожалению, фамилию я его не помню, он сказал, да ну это бред, вы тут людям дурите голову, менять не надо, нет смысла. 50 лет даже это математик сказал. Но потом он сам разобрался, ну, и видел уже примеры со 100 дверьми, что более наглядно, что за одной дверью это 0,01%, а 98 это остальное. То есть многие считают, что раз две двери, значит 50 на 50, парадокс только вот в этом. Ну, я понял. То есть, на самом деле, люди, которые утверждали, что пополам, просто не разобрались, что информация, что ведущий открывает дверь с помойкой, существенно меняет шансы в этой игре. Они перестают быть вот этими пополам. Да, я понял. Но вы просто не разобрались с задачей, да. Все понятно. Вот. Ну, в общем, если вот вам выпадет когда-то в нее играть, я уже не знаю, в каких условиях, то вы уже знаете, что вам делать. Но не думайте, что вы точно угадаете. 2:1. Только 2:1. А то, знаете как, в теории вероятности часто кто приходит в теорию вероятности и говорит, нет, вы нам дайте стратегию, при которой я точно выиграю. Завышенные ожидания. Есть такое понятие. Да? Ну да, что каждый раз одна там вероятность обгоняет просто другую все время, да, чуть-чуть, но... Так, следующий сюжет. Сейчас будет, они так постепенно будут, ну, увеличиваться, может быть, по сложности немножко. Значит, следующий сюжет называется «Вакцинация». Итак, предположим, что в некотором обществе, ну, не знаю, на какой-нибудь там далекой планете, 47-го Либра, началась эпидемия. Ну, еще как бы она не развилась совсем сильно, но вот известно, в некоторый момент стало известно по какому-то быстрому тесту, что каждый тысячный, то есть из тысячи примерно один человек, болен опаснейшей болезнью смертельной. Вот. Но пока она как бы период инкубации проходит, это, соответственно, нельзя понять. И некий ученый изобретает аппарат, в котором можно протестировать себя. Болен ты или не болен? Войти, встать, быть просканированным. И на выходе аппарат с вероятностью 95% выдает правду о вашем состоянии.
А 5% ошибается. Понятно, да? Вы входите в него, и он показывает, что вы больны. С какой вероятностью вы больны? Это тот вопрос, который существенно отличает людей, незнакомых с Тервьером, от людей знакомых. Люди знакомые сразу начинают чувствовать, что что-то не так. Люди незнакомые сразу говорят, ну как, больные, с вероятностью 95% говорят они. Там нужно рассмотреть два разных случая, когда человек болен, но аппарат ошибается, и когда человек не болен, но аппарат говорит, что он болен. Молодец, именно так, да. Совершенно верно, сейчас будем считать. Ровно так и надо сделать. Ровно так. Значит, скажи еще раз, как зовут ее? Элина. Вот Элина совершенно правильную нам дала подсказку. Смотрите, исходно на самом деле разыграны две случайные величины. А именно, первая случайная величина — это природа то ли выбрала вас как человека больного этой болезнью, то ли как здорового. Да? То есть истинное ваше состояние вот с такой вероятностью здоров, а с такой вероятностью болен. И одновременно прибор разыгрывает 0,95, что правда, и 0,05, что ложь. Поэтому всего есть 4 разных варианта. Здоров, болен, правда, ложь. Что говорит прибор в каждом из них? Что он здесь говорит? Здоров. Что он здесь говорит? Болен. Да. То есть прибор сообщает мне, что я здоров, если я здоров и прибор прав, или если я болен и прибор ошибся. И прибор сообщает мне, что я болен, если я здоров, а прибор ошибся, либо если я болен, а прибор прав. И априори вероятность вот этого и вот этого должна быть посчитана исходя из чего? Да. То есть, вот у меня тут 0,95, тут 0,05, тут 0,999 и тут 0,01. И чему вот эта вот вероятность вот такого события, как я ее напишу? Вот. А вот теперь вопрос. Почему я их перемножаю? А здесь, соответственно, будет 0,95 на 0,001. Вот какие два числа я сравниваю между собой. Потому что я знаю, что реализовалось либо одно, либо другое. И поэтому соотношение, насколько на самом деле я более вероятно, что болен и он прав, или что я здоров, и он ошибся, это соотношение между этими двумя числами. Но почему я перемножал? Почему? Да. Вероятность. И перемножал я в силу постулата, что если есть две независимые величины, точнее, в силу факта, что если две величины независимы, то вероятности умножаются. А почему они независимы? А вот это уже постулат. Вот, смотрите. Я хочу вас на самом деле научить аккуратно использовать Тервьер в жизни. Аккуратно. Тервьер в жизни основывается, как правило, на том, что некоторые события вы объявляете независимыми, и дальше, да, дальше все как написано. Берете вы произведение вероятности, сейчас мы сравним и все увидим. Но здесь было молчаливое предположение, что природа сыграла вот в эту рулетку, независимо от прибора, который сыграл в эту. С какой вероятностью вы встретите военного, выйдя на улицу города Смоленск и пройдя по ней 3 минуты? Примерно. С какой? Ну да, ну прикиньте, ну, допустим, половина, да, можно сказать половина?
Ну, это подход, да, это подход. А, смотря где, действительно. Ну, хорошо. Давайте предположим, что это вероятность, вот что первое. Давайте так. Вот вы встречаете военного, эта вероятность, допустим, равна, ну, 0,7, да, если где-то в районе, где они где-то рядом, да, кучкуются. Так, а то, что вы встретите двух военных подряд, 0,7 умножить на 0,7, да? 0,49. А то, что вы встретите 10 военных подряд, это 0,7 в десятой, да, степени? Но этого очень мало уже. Вот 0,7 в квадрат уже меньше, чем 1 вторая, поэтому 0,7 в десятой меньше 1,32. А 0,7, а если вероятность того, что вы встретите 50 военных, она уже, ну, она настолько близка к нулю, что можно ею пренебречь. Правда? Они же строим поле. Правда. И тут вам навстречу идет полк военных. Вот это ровно то, что надо понимать при теории вероятности в жизни. Что в некоторых случаях вы предполагаете независимым события, которые таковыми не являются. Ну хорошо, в случае с военными сейчас понятно, что бывает часто они ходят строем, и поэтому, значит, тогда вероятность встретить двух мало отличается от вероятности встретить одного, и уж точно не равна квадрату этой вероятности. Да? А если я, допустим, увидел военного и решил пойти в ту сторону, откуда он шел, а он шел, допустим, из военной части, я пришел ближе к военной части, и там, соответственно, уже больше военных. Ну, тоже, соответственно, уже будут не независимые, естественно. Ну, то есть, как бы это каждый раз разрушает независимость. Ну, особенно ясно, что они будут независимы, ну, вот, что они будут зависимы, когда вот навстречу идет просто полк. Вот. Есть более тонкие моменты. Зависимые или независимые решения разных людей в Москве сесть или нет утром за руль. Ну, вот, на самом деле, как бы, вот у каждого там третьего москвича или второго есть машина где-то недалеко от дома, но при этом далеко не каждый садится, очень многие ее оставляют там в гараже и едут общественным транспортом. Да? Это будет зависимо. А почему? Например, многие решат, что надо сесть. Он будет думать, что там большая пробка, будет и легче добраться на метро. То есть, если мы смотрим на Яндекс.Карту, то зависимые. Например, да. Но вот на самом деле в истории до Яндекс.Карт тоже наблюдались какие-то существенные зависимости, которые уж совсем были необъяснимы. То есть в одну и ту же погоду, вот там, дождливая погода, один раз на улицах Москвы пробки там 7 баллов, другой раз пробки 3 баллов. Что происходит? Одно и то же абсолютно на входе. Если мы исходим из независимости, там все должно усредниться. Ну, я отставляю это открытый ключ, это просто неизвестно. Что-то непонятное. Кажется, что выборы людей часто бывают гораздо более взаимозависимыми, чем нам это кажется на входе. И это, конечно, нафиг просто разрушает всю эту теорию вероятности и требует как бы более точной модели, которой у нас просто пока нет. Но если мы верим в то, что эти два прибора независимы, мы можем дорешать эту задачу до конца. Ну, здесь я буду по-подоночному решать. Знаете, что такое по-подоночному? Это значит, как в физике, все округляя. Вот эта единица остается здесь 0,05. Это тоже единица, остается 0,001. Разделил их друг на друга, и что я выясняю? Что это в 20 раз вероятнее этого. Ой, в 50. Да, 50 к 1. То есть 50 раз вероятнее, что ошибся прибор. А не то, что вы правда больны. А значит, если вы вошли в этот прибор, и он вам показал, что вы больны, вы должны считать, что теперь ваша вероятность болезни, ну, где-то 2%. 1,5. До этого была 1/1000, а после пересчета стала 1,5 в силу прибора. Но все еще повода для паники, видимо, нету. Или надо еще раз в прибор войти, чтобы уточнить эти сведения. Да. После двух раз там уже сравнимые получаются величины, если он два раза сказал. Вот. Вот такая тоже задачка. Так, следующую задачу я хочу сейчас сделать некую веселую задачу с экспериментом прямо в зале. Итак, сколько нас здесь человек? Давайте сейчас посчитаем это быстро, прикинем по
Сейчас мы прикинем, сколько нас здесь человек. Сейчас будет теория вероятности онлайн, называется. Или все о днях рождениях. Так, ну я прямо сейчас возьму и пересчитаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 20, 26, 20, 30, 31. Короче, сотня, да. 100 с хвостом. 110, 120. Так, теперь я хочу сейчас устроить маленький такой веселый аукцион «Кто больше?». Сколько совпадений дней рождения сейчас мы будем наблюдать? Сейчас мы выясним, у кого когда день рождения. Совпадение — это прямо месяц и день. Так, ну хорошо. Кто верит, что в зале ноль совпадений? То есть все сидящие в зале рождены в разные дни. Есть такие? Так, пара человек... Нет, сколько? 6 человек стоит на ноль. 7 человек стоит на ноль. Так, 0, 7 человек. Кто думает, что в зале будет одно точное совпадение дней рождений? Так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ну, приблизительно 20 человек. Так, кто думает, что будет два совпадения дней рождений? Так, ага. Тут и того больше, пожалуй. Ну, будем, ну или там, допустим, здесь 25 человек. Так. 3, поднимайте руки, кто верит в 3 совпадения. Чуть больше 10, наверное, человек. Да, чуть больше 10, ну 13, например. Кто верит в 4 совпадения? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Здесь я уже считаю точно. А кто готов поставить на 5 совпадений? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 человек. Так, есть ли кто-то, кто дерзнет поставить на 6 совпадений? 1, 2, 3, 4, 5 человек дерзнуло. А кто поставит на 7 совпадений? 1, 2, 3. Кто на 8? Кто на больше 8? На сколько ты ставишь? На 8. Так, один человек. Кто? 26 совпадений? Один человек поставил на 26 совпадений. Не один? Так, еще раз, поднимите руку все, кто поставили на то, что их будет больше 8. Ты на 26, а на 10. Так, отлично. Значит, сейчас, ну все, да, все поставили на что хотели. Сейчас я сзади напишу свой прогноз, так, чтобы его никто не видел. Хорошо? Я возьму какую-нибудь бумажку маленькую и напишу на ней свой собственный прогноз, который, конечно, вряд ли выполнится точно, но я его дам. Все, я его вот дал, он здесь лежит. Все, видели все, да, я написал. Я ничего больше там писать не буду. Я потом вынесу его и покажу. Я, естественно, не утверждаю, что я точно попаду, но мы сейчас, значит, ну, собственно, поехали. Январские, поднимайте руку. Январские. Значит, теперь делаем так. Мне нужен один ассистент, кто будет считать совпадения. Ты, да? Давай, значит, сейчас будет так. Ты, вот смотри, что будешь делать. Я сейчас буду, ты будешь запоминать, да? Вот сейчас все, кто январский, продолжайте поднимать руку. И сейчас будете по очереди называть, ты будешь считать совпадения. Начинаем с тебя. Какого числа? 24-го. 4-е. 8-е. 10-е. 18-е. 7-е. 18-е. 3-е. 21-е, 30-е, 10-е. Два, еще 10-е, да, было? 10-е, 18-е. Январь, два совпадения. Февраль, поднимаем руку. Так,
выше, выше. Все, кто февраль, выше поднимает руку. Так, 5-е, 26-е, 4-е, 2-е, 27-е, 22-е. 0 совпадений в феврале. Март. Поднимаем руку, март. Так, март. А, поехали. 6-е, 8-е, 12-е, 13-е, да? 18-е, 5-е, 2-е, 30-е, 18-е. Было, да? 18 марта. Так, 2 плюс 0 плюс 1. Два совпадения? 30, поднимите руку, 30. Нет, 1. А? 13. Да, 18-го, да. Так, апрель. Апрель, да, тянем руку выше, поехали. 23-е. 20-е, 17-е, 13-е, 28-е, 17-е, 29-е, 17-е. Май. Май. Так. 17-е, 22-е, 10-е, 6-е. Первое. Ноль совпадений в мае. Июнь. Поднимаем руку, июнь. О, июня много. Сейчас посмотрим. 12-е. 17-е. 23-е. 24-е. 2-е. 25-е. 7-е. 15-е, 21-е, 15-е. 2 15-х было. И много-много дат подряд. Пока играет против нас судьба. Против нас с молодым человеком, который поставил 26. Так, это я уже открываю карты постепенно. Так, идем дальше. Июль. Так, сейчас посмотрим. 11-е, 24-е, 5-е, 24-е, считай, 17-е, 2-е, 22-е, 12-е, 26-е, 1-е, 12-е, 7-е, 2, да? 12-е, 24-е. Август. Так. Август, август. 28-е. 7-е. 16-е. 6-е. 14-е. 24-е. 4-е. 29-е. 10-е. 20-е. 20-е. 5-е, 11-е, 1. Сентябрь. Так, сентябрь. Поехали. 20-е, 11-е, 11-е, 2-е, 23-е. 17, да? Кто тут еще был? 5-е. 8-е. 21-е. 2-е. 12-е. 29-е. 17-е. 2. Так, октябрь. Октябрь. 14-е. 17-е. 3-е.
28. 8. 29. 25. 7. 4. 0. Да, похоже, мы хорошо проиграем. Я потом скажу, как должно быть в среднем. Ноябрь. Так, ноябрь. 10. 5. 23. 7. 25. 8. 12. 21. 1. 11. Нет, это не ноябрь, а не декабрь был. Так, ну нам продолжает не вести очень сильно. Декабрь. Начинаю с меня. Это меня с днем рождения, у меня послезавтра. 13-е, 10-е, 28-е, 10-е, 5-е, 13-е. 8-е, 28-е, 20-е. 2, да? Все, считаем. Значит, у нас 6, 7, нет, 8, 8, 9, 10, 11, 12. 12 совпадений. Мой прогноз означал математическое ожидание для этого количества, и у нас огромное отклонение вниз от него, на самом деле, поэтому получилось не так эффектно, как обычно выходит. Для количества народу 120 вот так примерно количество должно быть, поэтому я, когда все шутили, вот там кто-то дал прогноз, кто, поднимите руку, кто сказал 26. На самом деле этот прогноз был лучше, чем все остальные, реально. Но в этот раз, вот сегодня нам очень не везло, было очень много соседних дат, и поэтому совпадение оказалось сильно меньше, чем должно быть, а именно 12. Но вообще это типичный случай, когда обычные, вот не знающие теорию вероятности люди очень сильно ошибаются всегда вниз. То есть это только в одну сторону. Вот это вот то, как много народу готовы были поставить вот на эти события, да, у которых вероятность близка к нулю, очень-очень близка к нулю. Если 100 с лишним человек, то что так мало совпадений, ну почти невозможно. Совпадений как бы гораздо-гораздо больше. И в качестве иллюстрации я сейчас приведу вам... Я сейчас приведу вам доказательство того, что если мы посмотрим на любой футбольный матч и посмотрим на всех, кто играет, и одного судью, то вероятность совпадения дней рождений у кого-то, у каких-то двух игроков уже больше половины. То есть вот если возьмете все футбольные матчи вообще, то более чем в половине из них на поле есть два человека с одинаковым днем рождения. То есть 23, вот 22 еще меньше половины вероятность, 23 уже больше половины. Как это делать? Ну, возьмем первого человека, у него когда-то день рождения, это понятно. Хорошо, а с какой вероятностью произойдет несовпадение, значит, ну, как бы будем считать, что вот... То, что один человек, один день рождения. То, что у одного человека нет никакого дня рождения, вероятность равна нулю. Значит, вероятность того, что у одного человека одно день рождения, равна единице. Теперь, какая вероятность, что у двух человек одно и то же день рождения? Вот так. Правильно, вот там из зала правильно сказали, что есть равномерно распределенные дни, да, но там есть разные фокусы, что в какие-то дни, возможно, более вероятно рождение детей, чем другие, но это как бы, ну там, да, есть разные неприличные теории на эту тему. Вот. Последствия там 8 марта, 1 января, там, но там все равно все как бы сильно размазывается, потому что, ну это у биологов спросите. Вот, в общем, вероятность, что 364-365, это вероятность того, что у следующего будет ровно в тот же день рождения, и все. Так, а вот если вошел третий, с какой вероятностью он не совпал ни с кем из предыдущих? И если мы предполагаем независимость, опять же, мы ее только постулируем, да, мы ничего не можем с ней сделать, мы можем ее только постулировать.
Если мы ее постулируем, то у меня получается, что вот с этой вероятностью у нас... Ой. Спасибо большое, извините. Вот. Вот эта вероятность, что совпадений нет. Значит, вероятность, что оно есть, это обратное. Один минус. Как бы это, да? Так, а если их четверо? Видите, что происходит, да? Происходит вот этот вот знаменатель, он уменьшается и уменьшается. И когда я через 23 раза его взял, будет 300, там, 40, типа 3, 365, да? Вот так. И я хочу, ну, во-первых, это можно просто посчитать, и окажется, что это примерно равно 1 и 2. Но, наверное, вам влом считать. Зачем считать, да? Давайте прикинем. Зачем считать, если можно прикинуть? Значит, смотрите, это 1 на 1 минус 1, 365, на 1 минус 2, 365, так далее, 1 минус 22, 365. И это есть вероятность, которую нам надо узнать, вот, что она на самом деле уже меньше 1 и 2 стала. Но давайте ее очень грубо прикинем. Смотрите, если я раскрываю скобки, что у меня происходит? Ну, во-первых, если из каждой скобки возьму единицу, то это будет 1. Дальше будет сумма вот таких чисел. Вот первая асимптотика, как говорится, вот первое, что получится, это сумма всех подряд до 22 365. Это когда я взял один раз вот отсюда, остальные все единицы. Но и дальше с плюсом идет ситуация, когда я беру какие-то два вот отсюда, а остальные единицы. Но что у этих двух будет в знаменателе? 365 в квадрате. То есть 134 тысячи примерно. И вот эта вся сумма всех оставшихся пар, ну, очень мало вносит. Потому что у них в знаменателе идет вот это. Но если вы, вот ее, она еще вносит, но следующая, там, где и ЖК делить на 365 в кубе, уже вообще ничего не вносит. Там же все занулилось. И поэтому, в принципе, можно вообще очень грубо оценить так, что вот это выражение, да, оно и есть оценка вероятности. Оно будет вниз сносить, но не сильно. Ну и что это такое? Это же сумма подряд идущих чисел. То есть 22 на 23 пополам. То есть 11 на 23. Ну это уже как бы больше, чем 365 пополам. То есть накопилась довольно большая величина. У нас уже сильно, вот эта вот разность уже сильно забежала вниз за 1/2. Она немножко подкорректировалась вот этими вот слагаемыми вверх. Но видно, что вот как бы в районе этого числа уже серьезно, вот это вот серьезно вниз ушло. Вот. Есть еще, кстати, один способ это понять. А если 23 человека, то сколько вообще всего пар, да, вот которые, у которых могли бы совпасть? Ну, как бы сколько пар из 23? С из 23 по 2. 23 на 22 пополам. И если мы как бы предполагаем, что вот эти вот совпадения случайны, то вот как бы каждая из них с вероятностью 1/365 происходит, но, соответственно, хоть одно из них с вероятностью, вот, которая примерно вот так оценивается. Но это да, это теория. Теория говорит, что действительно так. А на практике бывает, знаете как, вот если кто за моим каналом следит, в какой-то момент у меня было такое совместное интервью с таким человеком по имени Вата Админ. И мы проводили его на базе канала, не канала, этого самого, студии человека, который занимается репетиторством в Москве. И который со мной дружит, он живет рядом со мной и предоставляет студию на общественных началах, ну просто бесплатно. То есть он меня приглашает записывать мои ролики в студии, где он занимается подготовкой к ЕГЭ. Ну и я, соответственно, его немного пиарю, в общем, мы с ним дружим, вот мы собрались втроем, мы собираемся записывать и выясняем, что мы все трое родились 13 декабря. Вот так вот, три человека просто вошло, пришло, посмотрело друг на друга и выяснилось, что день рождения у всех трех в один день. Ну это одна 134-тысячная, ну вот хоть стой, хоть падай, ну понимаете, да, то есть, ну как бы, допустим, у одного из нас какой-то день рождения, но то, что у других двух в тот же день, это одна 134-тысячная. Так что в жизни бывают разные совершенно удивительные обстоятельства. Так, а у нас до скольки?
Еще есть некоторое время, да? Так, давайте тогда попробуем вот что сделать. Попробуем сейчас про лотереи поговорить. Про лотереи. Значит, приходите вы в игорный дом. Правда, они у нас запрещены. А, да, они запрещены везде, кроме некоторых специальных, да, зон. Вот. В принципе, я, если честно, я полностью власть поддерживаю в этом плане, потому что игорная мания — это ужасная вещь. Но все-таки представим себе, что вы вошли в этот игорный дом. Вот так вышло, что вы в него вошли. И вам предлагают билет на некоторую лотерею. Лотерея выглядит так. Ведущий лотереи берет монетку и зажимает ее либо орлом, либо решкой, а вы пытаетесь угадать. Если вы угадываете, то он вам платит 3000 рублей в случае, если это орел, и 1500 рублей в случае, если это решка. Если вы не угадываете, он вам ничего не платит. И билет на эту лотерею стоит X рублей. Вопрос. Чему равно честное X? А что значит честное? Это значит, что если билет дороже, то я сам готов продавать эти билеты и устраивать эту лотерею. А если он дешевле, то я готов его купить и играть много раз. То есть это то самое X, при котором в среднем ты в нулях остаешься, играя эту лотерею. Ну что, давайте попробуем это понять. У нас 4 исхода, да? Орел, решка, да? 50 на 50, 50 на 50. 0,25. Здесь выигрыш 3000 рублей, здесь 1500. Здесь 0, здесь 0. 1500 на 1 четверть плюс 3000 на 1 четверть равно... Давайте посмотрим, чему это равно. Это равно, значит, так, 400, 375, да? Плюс 600, сейчас. Нет, я плохо делю, да? Нет, 750, да? Вот так, правильно? 750 плюс 375. Что у меня получилось? 5, 2... О! 1125 рублей! X равно 1125 рублей! Говорят эти просчеты. Внимание! Я вас надул. Почему? А можно вопрос? Мания у нас правильная? То есть только 2 исхода? Орел, решка или еще, допустим, ребро? Нет, он зажимает сам. Он сам. Правильно, это абсолютно правильное соображение. Надо его довести до ума. Вот как бы то, что кто-то всегда будет говорить орел, это входит в противоречие, потому что тогда тот, который загадывает, будет всегда делать решку. Но ясно, что вот это неправильный прогноз, потому что 50 на 50 — это неравновесие. Если против вас играет стратегия 50 на 50, вам действительно выгоднее всегда говорить орел. Но так как если... Ну, как бы он же не идиот, он тоже будет менять стратегию, да? То есть, на самом деле, 50 на 50 — это просто неравновесие, и нам нужно найти правильное равновесие. То есть, нужно найти, как играет он, чтобы мне было все равно против него играть как. И как играю я, чтобы ему было против меня играть все равно. Потому что ясно, что если кому-то не все равно, как играть в среднем, то он начинает склоняться к одному и тому же варианту, например, все время играть решку. Но это ясно, что неравновесие, потому что в ответ будет другой вести себя противоположным образом просто. И все. То есть... Единственное понимание равновесия в этой игре, единственное понимание того, как она вообще должна разыгрываться, состоит в том, что он, этот орел, зажимает, ну, как бы пореже, да, чем решка, но не то, что никогда не зажимает, да, и я тоже, я вроде орел пытаюсь
чаще угадывать, чем решка, но не то, чтобы я все время его нажимал. Ни то, ни другое не будет равновесием. Вопрос, при каких условиях мне все равно пытаться угадывать орла или решку? Как он должен играть? Насколько часто он должен зажимать орла и насколько часто он должен зажимать решку? Ну? Конечно! Он должен в два раза чаще зажимать решку. То есть из каждых трех раз в среднем два раза он решкой зажимает, один раз орлом. Но, естественно, он меняет и каким-то датчиком случайных чисел пользуется. И тогда мне совершенно все равно, как себя вести. Я могу пытаться угадывать решку, и тогда я буду в двух третях случаях получать 1500 рублей. Могу пытаться угадывать орел, тогда в одной трети, но зато 3000. И мне будет все равно, я буду говорить, отлично, мне все равно, как себя вести. А как мне себя вести, чтобы ему было все равно, как себя вести? А также, я тоже в двух третях случаях должен пытаться угадывать решку, а в одном трети пытаться угадывать орла. И тогда ему становится тоже все равно, как себя вести. И он тоже так делает, 2/3, 1/3. Поэтому правильный прогноз развития этой игры при многократном ее разыгрывании состоит в том, что вероятность вот этого события — это 2/1/3, то есть 1/3 в квадрате, 1/9 на 3000. А какая вероятность вот этого события? 4/9, молодцы. 4/9 на 1500. Итого, а чему это равно? Кто быстро в уме? Чему это равно? 1/9 на 3000 плюс 4/9 на 1500. Нет, что-то очень простое. 1000 рублей. 1000 рублей. Ну, можно 3000 прибавить здесь 4 жды 1500, это 6000. 9000 делим на 9. Итак, x равно 1000 рублей, а вот это лохотрон, самый настоящий. То есть он говорит, ну давайте по 1125 это абсолютно честно. Ну потому что 50 на 50 вы, 50 на 50 я, это очевидно. Мы же бросаем монетку. Поэтому билет стоит 1125 рублей. И он закон зарабатывает в среднем 125 рублей игры. Вот так, не давайте себя обмануть. Напоследок я расскажу вам одну игру, и вы ее сами дома решите или посмотрите видеозапись моей лекции про нее. Называется «Тюремный покер». История такая. В 2000 году я возвращаюсь из Сибири, с Таймыра, с огромного похода пешеходного на весь месяц. И в этом 2000 году была большая амнистия заключенных. И они возвращались из всех дальних краев в ближние края, где они живут. Ехал я вместе с зэком. Ехал я на верхней полке, он на нижней, там все было забито, мест не было, боковые места были. И ехали мы долго вместе и разговорились. И он спросил, кто я по профессии. Я сказал, что я младший научный сотрудник. А чем ты занимаешься, младший научный сотрудник, спросил он меня. Я говорю, теория игр. О, говорит, класс, давай сыграем. У нас, говорит, на зоне есть классная игра, называется «Тюремный покер». Давай в нее сыграем. Я говорю, а что за игра такая? Ну, очень просто, говорит, на камень, ножницы, бумага, только не камень, ножницы, бумага, а вот так же, но нужно показывать один палец или два. Хорошо, и что дальше? А дальше вот такая вот происходит табличка выигрышей. Значит, табличка такая. Если мы оба показали один палец, то я выигрываю 2 рубля. То есть он мне предлагает в этом случае выигрывать 2 куска сахара, допустим. На зоне играют на сахар. Если оба показали 2 пальца, я же выигрываю только 4 куска сахара. А если мы показали разное количество пальцев, то он выигрывает у меня 3 куска сахара. В эту игру они все время играют на зоне. Ну вот, говорит, давай играть. Игра честная, очевидно, все симметрично. Но тогда я буду обыгрывать его, я тоже буду показывать один и выигрывать 2 куска сахара все время. Нет, здесь все сложнее. Что-то не так, да? Ну, считать надо, на самом деле, да? Считать надо. Это ясно, что что-то не так, но надо считать. Да?
Там более тонко все, там потоньше. То есть идея та же, но немножко тоньше. Нет, без разницы это общий принцип всех таких игр. А вот насколько часто он будет показывать, вот это вот вопрос расчета. Там вроде на, сейчас скажу, 7-12. Смотрел, да, фильм? 7-12. Да, значит, смотрите. Точный просчет этой игры показывает, что на самом деле в 7-12 случаях показывается один палец, и в 5 из 12 показывается два пальца. Это очень тонкий обман, чрезвычайно тонкий. И очень долго его вскрывать. То есть вы уже играете там 100 раз, например, вы чувствуете, что сахар у вас тает. Но он то прибавляется, то тает, то прибавляется, то тает. Очень постепенно тает. И вы не можете, ну, как бы, там даже на зоне есть такое понятие «мне не везет на сахар». Вот. Значит, не везет такую игру. А он рассказывал, что вот они, когда я... А, было как? Я сказал, сейчас подожди. А, ушел там типа в туалет и посчитал это все. Прихожу, говорю, играем, но наоборот. Я играю за тех, кто выиграет 3 куска сахара. А ты 2,4 будешь выиграть. Он говорит, а почему это так? Почему так? Это же все честно. Зачем такие сложности? Я говорю, нет, нечестно. Почему нечестно? Потому что ты будешь показывать единицу вот в стольких случаях. Немножко чаще, чем половине. Он. И что это из теории игр, из науки следует? Я говорю, да. И что, прям точная цифра? Я говорю, ну да. Блин, если бы я знал, ой, как жаль, что меня уже отпустили. Я бы их так всех. А на зоне старожилы знали, что надо показывать чаще один палец. Но никто не знал точной цифры. Просто знали, что чтобы хорошенько разводить, надо показывать чаще один палец. Вот, но вот это вот тоже, он говорит, ну все, говорит, если что, я теперь знаю, что делать. Вот. Но вы тоже знаете, знаете, от сумы и тюрьмы, как известно, да, если что, вы знаете, как тюремный покер играть. На этой мажорной ноте я, наверное, завершаю. Просто хотел спросить, откуда, мне просто интересно, откуда взялись числа 7 12, 5 12, и как было бы, если бы у нас было бы еще 3 пальца, и, допустим, выглядит бы плюс 6, соответственно. Ну да. Угу. Ну вообще, как решать эти задачи, да? Ну, для случая, когда еще 3 пальца, там все будет гораздо сложнее, но идея следующая, вот общая идея такая. Мне должно быть все равно выкидывать 1 или 2 пальца. Мне должно быть все равно. Давай посмотрим, при каких частотах это будет происходить. Вот если это x, это 1 минус x, да? То есть если я нарываюсь с вероятностью x на то, что он показывает один палец, и с вероятностью 1 минус x на то, что он показывает два пальца, да? Тогда мне должно быть все равно показывать один палец или два. Но если я показываю один палец, то с вероятностью x я выигрываю 2, а с вероятностью 1 минус x проигрываю 3. И в среднем получается вот эта вот величина, которая равна там типа 5х минус 1, да? Но если я показываю 2 пальца, то с вероятностью х я нарываюсь на проигрыш 3 кусков сахара, а с вероятностью 1 минус х на выигрыш 4. И это мне дает 4 минус 7х. И они должны быть равны. Иначе мне не все равно, и игра разрушается. Если они равны, то у меня получается уравнение 12х равно 5. Только я что-то где-то, видимо, чуть-чуть ошибся, да? Так. А где я ошибся? Давайте посмотрим, где я ошибся. Минус 3, конечно, здесь. Вот. Не так раскрыл. 2х минус 3 плюс 3х. 5х минус 3. Значит, 5х минус 3 равно 4 минус 7х. 12х равно 7, и все, ответ готов. Вот такой вот расчет дает, нехитрый расчет дает игру. Ну а в случае с 3 там сложнее, ну примерно те же. То есть, как... Частоты, да, нужны такие частоты, чтобы мне было все равно, вот как бы, какие мои стратегии. В случае с 3 бывает так, что одну стратегию я никогда не применяю, а применяю какие-то 2, там более сложно все.
В случае с двумя всегда игра вот так вот решается. То есть смотрится, чтобы было все равно. Спасибо, было полезно. Очень интересно. Ну, мы уже поняли, что теория игр очень связана с теорией вероятности. Да, да, рука об руку. Теория игр, она очень сильно использует сервер. Очень интересно, насколько много... Ну, теория игр строится на равновесиях. Ну, в этом фишка теории игр. Насколько много придумано равновесий в разных играх? Ну, насколько продвинулась вообще как наука теории игр, чтобы было легче в теории вероятности? А, я понял. А, что теория игр, наоборот, принесла в сервер, да? Ну, я бы так сказал, что это некоторые точечные вещи. То есть вот игры с нулевой суммой, там просчитываются всякие плотности на функциях отклика. То есть какой-то функциональный анализ, связанный с этим, действительно немножко продвинут. А еще я бы сказал так, что в теме аукционы, моделирования аукционов, там прямо очень новые системы дифференциальных уравнений интересные возникают. То есть даже не в сервер, а совсем вот такой в дифуры там. То есть, да, теория игр точечно помогала нескольким наукам. И особенно теория неподвижных точек. Вот больше всего. Потому что когда мы хотим понять, какое равновесие существует, какое не существует, да, какого вида концепция, то там всегда к неподвижным точкам приходит. В общем, топология, да, теория игр принесла что-то в топологию. Спасибо. И последний вопрос. Добрый день, Алексей. Это я. Скажите, вы там, конечно, негативно относитесь к игорным зонам. Ну, скептически, я не негативно, нет, но есть люди, которые любят играть, почему нет? Ну, мне интересен покер, техасский, и, ну, просто такая вводная. Есть там комбинация карт, например, там два короля против, там, не знаю, точнее, туз-король против там двух, просто пара восьмерок, они всегда стоят против 52% против 48% соотношения. То есть два туза, точнее, туз-король будет выигрывать 48% случаев, а восьмерки будет выигрывать 52%. Ну, это называется монета, но не важно. Вот у меня такой вопрос. Вот по теории вероятности, она же связана с законом больших чисел, правильно? То есть это же... Тонкая связь, не прямая. Там есть дополнительные предположения, чтобы это было. Может такое быть, вот, что человек, который играет в покер условно 30 лет, ему может не хватить жизни, чтобы вот эта пропорция, она в итоге... Ну, я понял, да. Оказалось, 48 на 52. Да. Просто... достаточно сильный в одну или в другую сторону. Я понял, да. Угу. Так, значит, да, ответ такой. Может быть, что не хватит жизни. Вот здесь 100 раз надо играть, чтобы прямо вот уже с какой-то степенью определенности сказать, что против тебя играют не пополам. Ну, очень долго. То есть вот этим занимается статистика, на самом деле. То есть сколько раз надо провести эксперимент со смещенными данными, чтобы это заметить, в случае 50 на 50 против 52 на 48 – тысячи раз. Поэтому может не хватить и жизни. На самом деле про покер у меня на канале есть несколько лекций. Да, я смотрю, ваш канал, правда, не видно. А, ну может на старом было, но вот на новом тоже будет. Со временем мы это будем постепенно открывать и выкладывать. Про покер у меня есть. Вот, там, ну, такой простейший покер, вот в каком проценте случаев надо блефовать и как считать, вот кто там, кому выгоднее играть в те или иные варианты покера. А вообще, если что, покер всерьез разобран в книге Кен Бинмор «Fun and Games». И там прям целая глава про покер, последняя, 12 глава в книге Кен Бинмор «Bluffing it out» называется, «Блефуя». И она вся посвящена покеру, там расклады, их вероятности, как идет игра. Вот. К сожалению, видимо, нет. Я точно не знаю, но кажется, нет. Кен Бинмор. Fun and Games. Игры и развлечения. 12 глава. Покер. Bluffing it out. Вот. Да, но уж если пошла речь... Тут еще был, по-моему... Все, да? Мальчик поднимал руку где-то. Нет, уже все. Никто не поднимает. Так. Ну что, тогда я... вот. Задаю ориентир. Это канал Маткульт Привет, который мы сейчас развиваем. Некие претубации прошли, поэтому теперь вот здесь будет жизнь наша. А, значит,
Ну, там много чего. Сейчас в основном там олимпиады, но там будет и серьезная математика нормальная, то есть все будет. Фан-математику, кстати, уже выложили там. Взорвали людям ленты эти самые. 50 сразу роликов выложили, тут же заполонили все ленты. Сайт. На сайте есть 100 уроков математики. И это для тех, кто хочет стать, ну, реально таким докой нормальным. То есть вот, кто идет в науку. Неважно, программирование, математика, физика, химия, биология, инженерия. Всем абсолютно просто на уровне must рекомендуются эти уроки. Если кто чего-то не понял, то математика для гуманитариев также доступна для скачивания. Абсолютно бесплатного скачивания. Вот. Значит, книга лежит там. Там же лежат лекции, их расписание. Есть Facebook. Савватан имя. Есть Instagram. Да, Instagram у нас есть. Олег Сей, Y, подчеркивание Савватеев. Все, ведет команда волонтеров. У меня несколько ребят есть, которые мне помогают все время. Вот эти ресурсы ведут они. То есть я сам, иногда мне пишут что-то, говорят, Алексей, что вы там долго не отвечаете? На самом деле я туда не заглядываю. Меня пересылают самые интересные оттуда, но как бы со мной связь только по имейлу, и то там, так как 130-150 писем каждый день, то очень как бы сложно. Но я стараюсь читать, но это очень тяжело уже становится обрабатывать. Но если что-то очень срочное и важное, можно как-то под восклицательным знаком где-то здесь сделать комментарий, и мне его донесут. Так, только не надо присылать доказательств три секции угла и теорем Ферма. За это у меня сразу бан. Сразу бан, мы по всем каналам тут же баним. Постоянно приходится кого-то банить, честно. Вот. Так, что я забыл здесь? Facebook, Instagram, ВК. Телеграм тоже где-то есть там. Вот здесь на сайте, да, написано еще и Телеграм там как-то. В общем, вот это математическая империя в интернете. Прошу любить и жаловать, заходить. Что там, лайкать, звонить, да, подписываться. Колокольчики. Вот. Так что это самое. Там продолжение, вот здесь все. Но к взрослым, кто пришел, к взрослым, я обращаюсь. Если есть вдруг у кого лишние деньги, у нас есть система Patreon. У нас вот здесь без рекламы все. То есть это как бы для людей все. Это YouTube-канал, на котором рекламы нету. У нас такая у меня политика такая. Вот ее, не знаю, даже не все волонтеры разделяют. Но я считаю, что если ты смотришь математический ролик, то если тебя прерывают, это отвлекают от так сказать, это вот клиповость нашего мышления. Это очень вредная штука. И поэтому я директивно сказал, что рекламы не будет. И так как ее нет, нет и монетизации, и вместо монетизации такой мы завели какую? Прямую. Вот если кому-то нравится наш канал, он просто подписывается и становится патреоном, патроном. И это как бы более правильно, чем каким-то этим ютуберам противным, за рубежом еще где-то сидящим, какие-то, да еще и рекламы палить вас будет. То есть все конкретно. Всем школьникам просто заходите и смотрите без рекламы, абсолютно бесплатно. Кто взрослый, кто готов понести часть времени канала, тот я приглашаю стать патроном. Вот так. Спасибо вам. Так, ну две книжечки, я думаю, что у нас два школьника задали вопрос. Да, я думаю, что взрослый не обидится, да, что мы школьникам. Знаете, я предлагаю отметить Эльвину за ее активное дополнение, активную работу на сегодняшних лекциях. Надеюсь, что Ирина не обидится. Книга для Ирины будет очень легкой. Да. Вот, сейчас я подпишу. Так. Спасибо. Удачи. Держите. Ой, да, точно. А вторую? О, да. Ну, а вторую, может быть, все-таки... Так, у нас было два молодых человека, да? Эти ребята, они на 100 вопросов. На 100, да.
Они такие активные на лекции. Так, а нет, а вот был парень, который был на предыдущей лекции и задал вопрос про ограничения, что вот два нечетных не может быть. Он здесь или нет? Ему не досталось книжечки. Ой, он, наверное, заплакал и ушел, да, без книжки. Ну тогда вперед. Да? Не будете плакать. Как зовут? Илья. Вот. С вами можно будет сфотографироваться? Конечно. У меня сын просто еще хочет, чтобы он смотрел. Спасибо большое. Спасибо. И вот, как раз сейчас и... Спасибо. И помощник с теорией вероятности мы хотели бы вручить автограф. Егор, выходи. А, да, конечно. Так. Держи. Спасибо огромное. Да, спасибо, молодец, а удачи тебе. Писаться? Конечно, могу. Вот на последней странице. И вот здесь. Спасибо. Держи, удачи. Спасибо большое. Наши аплодисменты. Надеюсь, что вероятность того, что эта аудитория еще раз увидит Алексея Саватеева, стремится к единице. Стремится, да? К единице, да. Я тоже надеюсь, да, до Смоленска неожиданно быстро. В 7 утра сел в поезд, в 11 уже здесь. Вообще, супер. Ваши аплодисменты. И на сегодня лекция закончена. Всем большое спасибо. До